В Караганде состоялось торжественное открытие фотовыставки «70 лет славных достижений». Она посвящена 70-летию образования Китайской Народной Республики. С посетителями экспозиции пообщалась Светлана Фарина. В Карагандинской галерее «Алтынгасыр» в здании областного филиала Союза художников открылась фотовыставка. Ее посвятили 70-летию образования Китайской Народной Республики. Здесь представлено 125 фотографий. 70 лет славные достижения. Как один из первых вот выставки мы с регионом. Мы эта выставка всего будем 4 города. Караганда, потом Актобе, потом Шымкент и Павлодар. Через живые яркие фотографии выставка демонстрирует картину всеобщей борьбы китайского народа в течение прошедших 70-летий за создание прекрасной жизни и достижение великих успехов. Цель выставки – ознакомление казахстанцев с Китаем, чтобы местные жители получили объективное и полное представление о всех достижениях и успехах. Так как я не был в Китае, мне было просто интересно увидеть их культуру, представление о жизни, потому что это другая цивилизация, она развивалась по другим углом. Менталитет. Ну, вообще интересно узнать о Китае. Недавно, кстати, там была, отдыхала, поэтому вот решила посетить. Фотовыставка продлится до 10 ноября. Все эти дни ознакомиться с произведениями можно будет бесплатно. Светлана Фарина, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 канал.